Всем привет! В этом видео я расскажу вам о фигурке Ника Фьюри от компании Hot Toys по фильму «Мстители» 2012 года. Персонаж сыгран актером Сэмюэлом Джексоном. Все его, конечно, знают. Актер очень известный. Скульпт, как вы видите, очень похож. Есть, это первая, получается, версия вот по Мстителям, и есть еще по Зимнему солдату выходил. Многие считают то, что у него там скульпт намного лучше, но, как по мне, он там слишком лопоухий. У него там очень большие уши. Я вот фотку приложу сейчас. А так вот, мне очень нравится скульпт. Очень похож. А повязка не снимается, снимается только во второй версии. Как по мне, вот это там и есть плюс второй версии. Что еще можно сказать? Плащ сделан хорошо, тканевый. Вот, сама основа плаща тканевая. И вот самое плохое, что тут есть, это кожзам. То есть, вот он на плечах. С этой и с этой стороны. И также тут, как сказать, забыл, как называется. Вот, как вы можете видеть. Так, сейчас подставочку уберу. Вот, как вы можете видеть, кожзам. И вот его проблема. Вот это. Пришел он мне в хорошем состоянии, я его покупал бэушным. Получается, у одного человека ВКонтакте он мне достался за 4000. И, ну, он мне пришел в хорошем состоянии, но только я дотронулся вот до этого кожзама, и все. И сразу же он треснул. Я подклеил тут немного, чтобы он дальше не расходился. И вот плащ у него снимается, но я его не могу снимать, то есть... Могу, но не хочу. Чисто потому, что боюсь повредить ему плащ. Вот это один его большой очень минус. Очень большой минус. Так, пистолет это у него выпал. То, что пока я буду снимать этот плащ, то у него будет повреждаться кожзам. И он просто весь растрескается. Это будет очень плохо. Вот такие у него есть кисти с перчатками. Вот, в комплекте рация такая есть. Так, сейчас. Поставить его надо. Вот такая вот рация. Кстати, интересно, она цепляется? Да, она... У нее вот этот зажимчик работает. То есть ее можно прицепить ему куда-нибудь. Но я ему ставлю ее в руку. Потом... Так, где он? Так, где пистолет? Вот, у него есть такой пистолет. Модель я не помню. Похож на какой-то чешский. Но точно не М9. Не Беретта. Хоть он немного и похож на нее. Затвор подвижный. Снимается. Сейчас аккуратно. Магазин вытаскивается. Вот. Патрон виден. Качество на высоте. Есть у него кобура, в которую вставляется пистолет. Вот она тут. Я, ну, когда мне прислали фигурку, то кобура, ну, пистолет был в кобуре. Я его еле вытащил. То есть он там так плотно сидит, то что... Тяжело его вытащить оттуда даже. Так, я, наверное, сейчас воспользуюсь подставкой все-таки. Ну, такая вот подставка стандартная. Написано имя персонажа, Мстители. Ну и вот стандартная такая. Сейчас сначала про аксессуары расскажу, а потом уже ко всему остальному. Следующее у нас это идет
RPG. Вот она такая. У нее вот заряд вытаскивается, вынимается. Тут видны все надписи. Так, какой стороной они повернуты? Вот, надписи все видны. Потом целик, мушка, все у него подвижное. Все поднимается. Вот-вот. Приклад подвижный. Качество очень хорошее. Это получается RPG из момента, когда Ник Фьюри на корабле подрывал самолет, который вылетал для бомбардировки. Далее идет большое количество кистей. Что не может... Мира, давайте, блядь. Идет большое количество кистей, что, конечно же, не может не радовать. Вот такие. Вот такие расслабленные. Очень хорошо в старых версиях Hot Toys то, что у них очень эластичные пальцы. Они спокойно гнутся, и то есть можно спокойно вставлять любые аксессуары и не бояться на то, что пальцы треснут, лопнут или еще что-то такое. Это всем хейтерам и наебщикам. Потом идет также много кистей в перчатках. На ощупь очень приятные, прорезиненные. Качество тоже очень хорошее. Фаптайм. Есть вот такие часики. Я их надевать не пробовал, потому что он у меня в плаще стоит, и, ну, как можете видеть, там не очень-то уж их и видно будет. То есть они нужны именно если снимать плащ, а как я говорил, я его снимать не собираюсь. Самое интересное из аксессуаров, что тут идет, это вот этот чемоданчик. Вот, он шикарный. Думаете, то, что это просто чемоданчик? А нет. Он у нас открывается. И там... Тессеракт. И он еще с подсветочкой. Так, сейчас как-нибудь будет сделать так, затемнить, чтобы было видно. Ну, думаю, вот так видно то, что светится. Вот очень прикольно выглядит. Он также вынимается, можно его в руки не кудать. Он у меня лежит в этом кейсе. Вот он защелкивается так. Вот у него ручка, и как раз-таки вот та последняя рука, то, что я показывал, она была для держания этого чемодана. Ну, у него вот такие ножки еще тут есть. Я его просто рядом ставлю. Я его еще не пробовал ему в руку давать, потому что вроде бы тут, да, тут Hot Toys что-то не задумались о том, то, что кто-то захочет...
Вот, то есть, наверное, не задумались о том, то, что кто-то захочет поставить фигурку и с чемоданом, и с пистолетом. И поэтому тут, ну, как я понял, у меня весь комплект, ну, только нету гарнитуры на ухо. Короче, у него нету, как я понял, руки левой для того, чтобы держать пистолет. Точнее, она есть, но она есть без перчатки. Вот она. Она без перчатки. А то есть, сами понимаете, как будет смотреться... Сейчас найду. Как будет смотреться вот такая рука с перчаткой и вот такая рука без перчатки. Ясно же то, что будет смотреться не очень-то красиво. И вот поэтому я не знаю, как они тогда думались. Так. Артикуляция тут стандартная. Подвижность в локтях, в плечах. Боюсь, конечно, поднимать высоко. Боюсь то, что растрескается все. Ну, вы поняли. Поднимается очень высоко, особенно если без этого быть, как его, без плаща. Вот тут также есть кожзам, о котором я уже говорил. Ну, тут он вроде не поврежден никак, потому что владелец говорил, не снимал тоже плащ. Вот на ощупь приятная тоже. Такой материал вообще прикольный. Да, конечно, жалко то, что я не могу снять. Могу, но боюсь. Вот такие у него штанишки. Вот они. Больше похожи на какие-то брюки, но это боевые брючки. Ой, какие у него худые ножки. Вот такие вот ботинки. Артикуляция. Так, что у нас тут? Так, тройной. Да. Тройной сустав в ноге. Сгибается очень сильно. Вот так вот. То есть он у нас в ногах очень подвижный. В руках уже говорил, что как двигается. Но похуже из-за того, то, что плащ сковывает движение все-таки. Ну, также кисти двигаются. Как обычно. Вверх, вниз, слева, вправо, вокруг. И да, извиняюсь за звуки за окном, потому что в Питере сейчас жарко. И с закрытыми окнами жить невозможно. Кто ж тогда будет обзоры делать? Ну, я знаю, кто может. Время рекламы. JFox, Бобер и Вином. Самые лучшие обзорщики всея Руси. Так. Сзади вроде нечего показывать. Ничего такого тут интересного нету. Вроде так все и рассказал о нем. Персонаж много кому не зашел. Из-за того, что он типа мало роли играет в фильме. Хоть он нормальненько так роли играет. Все-таки они создали инициативу Мстителей. И персонаж мне почему-то очень понравился. Плюс еще, как сами понимаете, еврейская душа. Хоть я и не еврей. Также, как вы можете видеть, я обновился диорамкой. Она на тему Мстителей. И вот как раз таки подойдет к тому, то, что я хочу дальше покупать. А дальше я хочу купить Железного Человека. И я хочу не новую броню покупать, а какую-нибудь из старых. Марк 6, Марк 7. Вот думаю, Марк 7 больше всего подойдет. Хотел я брать 4, но... Как сказать, цена вроде как и нормальная была, 15500, но отчасти и высокая. В итоге я передумал брать его, и, ну, потому что его продавали чаще всего за 11, за 12 тысяч и переплачивают. Ну, то есть не очень-то и хотелось. И вот, получается, я уже взял одну новую фигурку. Завтра, это в понедельник, 16 июля, мне ее отправляют. Это Маркус Райт. По фильму «Терминатор, да придет спаситель». У меня по этому фильму есть голова размером один к одному из немецкого коллекционного издания.
И вот следующий будет Маркус на обзоре. Потом будут Хищник. Так, кого бы поставить? Классик. Потом Элдер. И будет обзор на Лару Крофт. Думаю, то, что вы видели классика, если смотрели мои прошлые видео, потому что я его там показывал. И Элдера тоже, думаю, знаете, хоть это уже и другая версия, но все равно, думаю, кто-то его 100% да и видел. А вот Лару Крофт видел, наверное, мало кто, потому что эту фигурку мало кто, наверное, купит. Ну, то есть, мало кому она понравится. Вот такая Ларка. Ларка косоглазая. Ничего против косоглазов не имею. Вот такая она. Дальше покажу в обзоре. У нее там много сменной одежды, аксессуаров и всего такого. Ну что ж, больше я не знаю, что можно сказать о этой фигурке. Все очень нравится, качество очень хорошее. Hot Toys минус за их кожзам, из которого очень хорошо сыпятся фигурки. То есть я после Маркуса беру еще Джона Коннора по Терминатору да придет Спаситель, финальную версию. Там, где он с гидроботом, там, где подставка охеренная. Чисто из-за того, то, что, ну, во-первых, аксессуары там крутые. И, во-вторых, там одежда нормальная, там она тканевая. А в первой версии, по первой половине фильма, она кожаная. И я вам приложу фотки, она просто облезает люто. То есть, вот, я боюсь с Маркусом очень. У него есть шинель, у него есть кожаная куртка и, получается, кожаные штаны. И у него еще бесшовные руки. И то есть, блин, я очень боюсь то, что может облезть этот кожзам, потому что Hot Toys, если вы меня слышите, не используйте тогда кожзам, если вы его такой дебильный делаете. Просто нафига? За что мы вам деньги платим? То есть вы делаете фигурки за 30, 40, 20 тысяч рублей и не можете просто-напросто взять и сделать... Блин, дверь испугала, сука. И просто не можете сделать нормальную кожу. Точнее, не то, чтобы кожу использовать какую-то, а вот просто хороший кожзам использовать, который не будет сыпаться. Сделать слой потолще немного найти. То есть можно что-то придумать. Хоть как-то исправляйте. Это то же самое, как и с кистями, я недавно заметил. Вот, например, как я вам уже говорил, вот у Ника Фьюри мне нравится. У него, ну, эластичные пальцы, так, фокусировка. У него эластичные пальцы. То есть они гнутся. А в старых версиях Hot Toys, вот, например, ну, даже не то чтобы в старых, у Халка по Мстителям, у него подвижные пальцы. Вот кому будут мешать с внутренней стороны... Вот тут на между фалангами дырочки. И то между верхними фалангами дырочки. Кому они будут мешать? Никому. Потому что внутри ладони никто не смотрит, можно считать. Зато пальцы подвижные. Им не надо делать вот такую кучу кистей. Вот это еще не все тут. Вот такую кучу кистей им не надо делать. Просто сделать ну, одну пару, которые будут изначально стоять кисти, просто сделать подвижными. И это не очень много материала займет, я уверен в этом. Взять ту же старую фигурку Кайла Риза, она очень старая. Вот не то чтобы старая фигурка Кайла Риза, но такая, средненькая. Вот у нее тоже подвижные пальцы. То есть, вот, и это очень хорошо. Они сделали подвижные пальцы и запихали туда дофига аксессуаров. То есть... Тем самым они сэкономили затраты и все, и типа больше сделали других аксессуаров. А то когда, ну тут-то у Ника Фьюри хорошо то, что есть, и чемодан с тессерактом, и подсветкой то, что есть, РПГ, пистолет, но все равно этого маловато. То есть можно было бы сделать чего-нибудь побольше, получше, вместо кучи кистей. Я эти кисти использовать не буду. Я их просто не буду ставить.
Вот, то есть, я поставлю его в одну позу, он у меня будет так стоять, и все. Я не буду использовать другие кисти. То есть, я не понимаю, зачем это. Вот, например, даже у того же Элдера, который у меня сейчас стоит второй версии, у него пальцы очень, очень твердые. То есть, ну, пистолет пытался вставить, ну, который у него есть, пистоль. Вообще не получается нормально вставить. Приходится с напрягом. И ты каждый раз боишься то, что поломаешь эти пальцы. Но, блин, в итоге приходится с этим мириться. Вот у старого хищника... Вот тут видно. Первый классик, точнее, первый единственный классик. Сейчас как-нибудь... Нет. Маловато места будет. Вот, короче, тут даже видно. Во. У него тоже пальцы подвижные. И вот это хорошо, это прикольно. Вот тут тоже подвижные. Это очень прикольно. А когда, блин, они деревянные, это херово. Потому что, блин, у той же Нейки даже я боялся, вот на обзоре на Терминатора, я боялся вставить ему дробовик в руки. Потом уже немного подразработал так ему руку, и, то есть, ну, нормально вставлялось, ну, ружье. Но, блин, все равно страшно было то, что треснет рука. Потому что, блин, такой кисти не было там второй, чтобы туда дробовик влезал. То есть не хотелось как-то портить фигурку и все такое. Ну, что могу еще раз сказать? Фигурка... Извините, но по непонятным обстоятельствам почему-то не записался звук дальше в видео. Сейчас записываю его отдельно. И вот, что я хотел бы сказать о фигурке. Она получилась очень хорошей. Ее стоит брать всем, кто сможет ее взять. То есть, если вам попадется так же, как и мне, по небольшой цене, или, ну, вообще вы захотите брать эту фигурку, то берите ее просто без всяких вопросов. То есть она стоит своих денег, но вы должны понимать то, что кожзам, и надо аккуратно с ним. Если вы чуть согнете там как-то неправильно, то все, треснет и пойдет дальше все к черту. Поэтому надо с этим поаккуратнее быть. Поэтому советую всем фигурку, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, также... Буду не против, да и, наверное, все, кто смотрели хоть раз Джей Фокса, Винома, Киномана, Бобра, то подписывайтесь к ним тоже на канал. У них очень хорошие обзоры, и они заслуживают просмотров, лайков, подписок тоже. То есть заходите, смотрите, у каждого выходит очень хорошо своя тематика. Бобер хороший по... фильмом ужасов, по хоррорам, у него очень большая коллекция, связанная с ними. У Винома очень редкие фигурки интересные. У Киномана и у Джей Фокса Нека и Хот Тойсы на, ну, на обзорах. То есть вот тоже очень интересно, поэтому подписывайтесь к ним тоже. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.